День православной книги – праздник Русской Православной Церкви, который празднуется 14 марта. Его отметили и в Центральной Десногорской библиотеке. К этому дню приурочили важное событие. Ресурсы библиотеки пополнились новыми книгами. 63 экземпляра появились на полке православной литературы. Среди них публицистика, художественные произведения, научные труды. Это дар владыки Милетия в ответ на просьбу библиотеки пополнить запасы книг. Вручил подарок протоиерей Виталий. Это замечательные книги, красочные издания, духовная литература, жития святых, книги по истории, художественная православная литература. То, что обязательно будет востребовано в библиотеке. На презентации уникальных экземпляров книгопечатных трудов показали книги из сокровищницы храма «Всех скорбящих радость». Эти образцы 17-18 веков – часть бесценной коллекции, которую собирал отец Пантелеймон, первый настоятель храма. Среди них есть экземпляр, которому около 350 лет. Уникальной возможностью прикоснуться к бесценным фолиантам прошлых веков воспользовались и школьники Десногорска. Литературные сокровища вызвали у них неподдельный интерес. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Марина Якубишина, Десна ТВ.